Французский трикотаж, полоска. Полосочка 1,5 сантиметра шириной. Полоска располагается по ширине рулона. Вот кромочка. Вдоль кромки он не тянется. В ширину тянется достаточно хорошо. Подходит на мягкие трикотажные изделия, платья, костюмы спортивного кроя. Сезон весна-осень. На прохладное лето тоже подходит хорошо. Приятная на ощупь мягкая ткань с изнанки. Так выглядит. Не просвечивается. Мягко ложится. Манжеты, драпировку, хорошо драпируется. Очень удобный трикотаж в работе, очень просто с ним работать легко. При стирке он не линяет, не садится, усадку он не дает.